Да, это она, свиная рулька. Но не просто рулька, а рулька идеальная. Рулька великолепная. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Напоминаю, сегодняшняя рулька не просто так. Сегодня у нас кулинарная битва. Баттл фанатов кулинарии. Не путать с фанатами пожрать. Олега Кочетова вы наверняка помните. Я вам представлял его в ролике про колбасу. Он поставщик колбасной оболочки, и не только оболочки, ну и по совместительству ведущий кулинарного блога. Он печет дома хлеб, готовит домашние колбасы и тушенку, коптит мясо, коптит рыбу. В общем, мастер на все руки. Сегодня мы с ним готовим рульку, а вы выбираете, кто же из нас победил лайками. Чей ролик наберет больше голосов к 5 ноября, тот и победитель. Я надеюсь на вашу беспристрастную оценку. Пройдем на рабочее место. Сегодняшний рецепт – это мега-рецепт, и затевать его стоит только если вы собираетесь устроить большое застолье с большой компанией, ну или небольшой компанией, но очень голодной. С пивом или даже с крепкими напитками. Самое большое достоинство этого блюда – то, что его можно приготовить заранее. А в день Че, за час-полтора до застолья, поставить его разогреваться на медленный огонь. Это блюдо от такого разогревания становится только лучше. Вот у меня лежит прекраснейшая рулька. Помните, я вам показывал рецепт идеальной буженины? Если кто-то пропустил, щелкайте и смотрите. Так вот, эта рулька дождалась своего часа. Сначала срежу немного сала с краешков. Оно нам попозже пригодится. Вот этого будет достаточно. Закладываю рульку в просторную кастрюлю. Сюда же идет одна целая луковица, пара лавровых листиков и пшеничное пиво. Пиво надо наливать, чтобы рулька была погружена в него чуть больше, чем наполовину. А теперь надо дождаться закипания, убавить огонь до самого слабого и тихо варить под крышкой примерно час-полтора. Зависит от размера вашей рульки. Ну, то есть не вашей, а той, которая у вас имеется в наличии. Пшеничное пиво для этого рецепта, на мой взгляд, подходит гораздо лучше ячменного. Ячменное придает такую ненужную горечь. За время варки рульку нужно переворачивать сбоку на бок периодически, для того, чтобы равномерно варилось. Делать сейчас все равно особенно нечего, поэтому займусь капустой. Вот это у меня квашеная, а это свежая. Проверьте свою капусту, попробуйте. Если очень кислая, то можно смешать ее со свежей, как это сделаю я. А если не просто кислая, а вырви глаз, то квашеную можно даже предварительно промыть. Ориентируйтесь на свой вкус. А теперь смешиваю эти две капусты. Приправы. Обязательно тмин и перец черный горошком. Еще для богатства вкуса обязательно понадобится корень сельдерея. Его я нарежу вот такими крупными шайбами. Очень хорошо добавить в капусту твердое зеленое кисло-сладкое яблоко. Антоновка прекрасно подойдет. Не найдете антоновку, добавляйте Гренни Смит. И, конечно же, морковь. Ну, какая может быть квашеная капуста без моркови? Предварительная подготовка овощей проведена. Ждем окончания варки рульки. Вот, смотрите, какая красота. Рулька пока полежит и слегка остынет. А я займусь сборкой. На дно укладываю срезанное в начале ролика сало и сельдерей. Сало и свиная шкурка в данном случае нужны, чтобы исключить малейшую возможность пригорания. Теперь кладу примерно половину капусты, а на нее пойдут яблоки и морковь. И яблоки и морковь ни в коем случае не надо нарезать мелко. Капуста будет томиться долго, и мелко нарезанные овощи расползутся в невнятную кашу. А так все будет целеньким, красивым. Выкладываю оставшуюся часть капусты. А теперь добавляю оставшийся от варки рульки бульон. Немного. Так, чтобы он чуть-чуть выступил над капустой. Капусту уже отправляю томиться, а сам проведу последнюю процедуру с рулькой. Она уже слегка остыла. Натираю ее солью и крупно молотым черным перцем. И укладываю ее сверху на капусту. Она будет доходить до кондиции в ароматном пивном пару. Накрываю ее крышкой. Когда я в первый раз готовил это блюдо, то рульку после такой варки обмазал смесью горчицы, меда и уксуса и еще подзапек в духовке, чтобы получить красивую румяную корочку. И пожалел. Нет, получилась, конечно же, неплохая рулька. Она даже была очень красива, но если ее не отправлять в духовку, а готовить только в пивном пару, то и мясо, и шкурка получаются нежнейшими. Коллаген, которого в этой рульке очень много, от длительной готовки увеличивает свою способность к влагопоглощению. Рулька
пропитывается этим ароматнейшим бульоном, и мясо получается нежнейшее, оно тает во рту, действительно тает, как мороженое. Короче, дело, конечно же, ваше, но я с тех пор готовлю рульку только по этому рецепту. Я напробовался разных рулек в самых разных ресторанах мира, по самой не балуйся. Вот этот рецепт бомба. Смотрим, что тут у нас. Отлично, все закипело. Убавляю огонь и выкладываю чисто вымытую картошку. Картошка тоже будет готовиться на пару. Не надо ее закапывать в капусту, а тем более чистить. Кислота, которая содержится в капусте, не даст картошке свариться. А шкурка предохранит ее от этой кислоты. И в ароматном пару картошка получится просто фантастическая. Сначала бульон будет выкипать, затем свежая капуста отдаст свой сок, и бульон опять прибавится. Затем он опять будет выкипать. Короче, надо периодически подходить к этой кастрюле и смотреть, что там творится. И при необходимости подливать бульона. А если он закончится, тогда пшеничного пива. В зависимости от размера рульки или рулек, если у вас несколько, томить это дело нужно на слабом огне, на медленном пару, от 1,5 до 2,5 часов. Проверяйте мясо, пробуйте, смотрите, как оно там. Это лучший признак, что все готово. Маленький хинт. Если у вас есть чернослив, то добавить его в капусту будет сказка. Это способ, который используют поляки при приготовлении своего национального блюда тушеной капусты, который называется бигас. И не шкваркайте постоянно крышкой туда-сюда, как бы вам этого не хотелось. Сохраняйте ароматный пивной пар. Обратите внимание, я про соль в капусту ничего не говорил. Вся соль у нас и кислота в квашеной капусте. Всего с начала съемок прошло 4 часа. Все готово. В кухне стоит совершенно одуряющий запах томленой квашеной капусты и свежего хлеба. Свежий хлеб – это пиво дает себя знать. Вот она, королева всех блюд. Рулька с квашеной капустой, с картошкой. Надо пробовать. Да что там пробовать? Это надо не пробовать, это надо просто по-свински жрать. Богоподобное блюдо. Вы посмотрите на это. Дело в том, что рулька содержит большое количество соединительной ткани. Я про это уже говорил. При длительной тепловой обработке, при медленной, коллаген, который в тканях содержится, увеличивает способность к влагопоглощению. Он весь впитал, как губка, все эти безумные ароматы этого бульона. Кисло-сладкое яблоко настолько пропитало здесь все. Фантастика. Готовьте так и только так. Фантастически классное сочетание квашеной капусты и этой рульки. Готовьте ее так, и вас назовут королем рулек на всем континенте. Я бы даже сказал, самым рульным поваром континента. А картошка? Да что говорить. Да, чуть не забыл, ради чего все это затевалось. У нас же сегодня батл, поэтому смотрите, как нужно приготовить рульку моим способом. Посмотрите на вариант Олега, оцените и сделайте правильный выбор. Голосуйте лайками. Вот и все на сегодня. Понравилось? Приготовьте этим способом, вы будете без ума. Слово «понравится» здесь неупотребимо. Это будет просто фантастика. Я сам был шокирован этим рецептом, честное слово. Когда-то давно существовало такое скандально известное сообщество «Китченах». И там вот один из участников этого сообщества рассказывал рецепт на эту тему. Я попробовал приготовить. Там, конечно, уже накопилось целая куча изменений с тех пор. Но для меня это было шоком, то, что получается. Вот это богоподобное блюдо. Приготовьте. Я вам гарантирую, у вас будет то же самое. Новые зрители, не забудьте подписаться, а вот потом потеряйтесь, расстроитесь и обязательно заглядывайте в описание видео. Там есть ссылки на соцсети, на ВКонтакте, на ЖЖ, на Инстаграм. В Инстаграме фотографии тех блюд, которые я только готовлю, но еще не снял на видео. Во ВКонтакте можно задать вопросы и получить ответы. В ЖЖ есть рецепты, которые я не снимал на видео и не собираюсь снимать. Заглядывайте, вам будет интересно. Спасибо за компанию. Всем пока!